Патриотизм можно проявлять по-разному, однако в любом случае это забота о родине, малой или большой. И нет ничего важнее для истинного белоруса, чем беречь одни из самых главных символов Синеокой – реки и озера. Ведь каждым из них – отражение наших сердец, помыслов и надежд. В апреле мы все субботы как бы участвуем в республиканских субботниках. Был городской субботник, республиканский субботник. Как бы мы убирались и на Березине, площадь Победы. Вот, то есть памятники Великой Отечественной войны. Ну, как бы мы стараемся как бы облагораживать территорию города Бобруйска. Учащиеся торгово-экономического колледжа не привыкли мусорить, а даже наоборот. Уборка для них привычное дело. Традиционная весенняя акция проводится с 2014 года. Ежегодно чистый водоем объединяет свыше 5000 таких же неравнодушных белорусов. Убираем водоем, чтобы он был чистым, не грязным, аккуратным, и было красиво здесь. Можно было прийти, посидеть, отдохнуть. Принять участие в экологическом движении могут все желающие. Для этого нужно обратиться в районные учреждения Белорусского общества охотников и рыболовов по месту жительства, где выдадут все необходимое – мусорные пакеты и перчатки, а также помогут с вывозом собранных отходов. Наш город должен быть ухожен и быть в чистоте, чтобы наши достопримечательности были в чистоте, и чтобы мы гордились нашим городом. Здесь мое небо, мой дом, мое сердце. Бобруйск – историческая находка, излюбленное место туристов и дом многих известных личностей. Ценить и беречь его – долг каждого местного жителя. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.